Да. О, на поклонную гору придут рентгеви опять, все вместе приходим. Приходим вместе. Вова, приходи на поклонную позицию. Мы не пустим. Все, мне оппозицию не надо. Не надо, нам оппозиции не надо. Все, приходим к рентгеви, Вова, запомни. Вот герои нашего времени. Путин, Медведев. Вот былые времена, когда собирали. Давай, Вова. Серебряный век. Вот. Петь, иди, Вова, попрощайся с Вовой. Ну, сейчас у нас разумение идет. Вов, давай. А, кстати, еще когда ты спроси, когда показывают? Ахматова. А, кстати, Будущ, когда вы будете показывать? В субботу в 7 вечера. Да? После митинга уже Вадим. А еще были, еще раньше. Это фамилия Кондаков. А еще раньше, Вадим, это наш Вадим Пушкин собирался. Давай, Вов. Да? Все, пока. Все, да, чуть-чуть, Вов. Молодец, все. На поклонную гору идем, четвертый, опять, вот, запомни, с РЕН-ТВ. Рабыни мы! Пришел Владимир Владимирович Путин. Дмитрий Анатольевич Медведев, стабильность Единая Россия. Зарплата появилась. Россия возродилась. Пенсия появилась. И мы не отдадим Россию никому. Продукты появились. Владимир Владимирович, мы за вас. Будем голосовать. Мы со всеми россиянами. Да, едем в Медведев из партии Единой России. Голосуем за Путина. Это великий политик, так же, как и Медведев. Да. Вы знаете, мы глубоко верующие люди, православные. Да. И мы знаем, что? Мы знаем, Господь нам открывает, Господь, и да. Патриарх нам об этом говорит. Говорит, что в каждом человеке заложен высочайший божественный потенциал. И вот, когда мы видим этот божественный потенциал в Путине, Владимире Владимировиче, то мы видим, что равным их нету. Нету альтернативы. Да. Мы любого другого человека посмотришь. Путину, Медведеву нет. Даже рядом никого не поставишь. Неужели Россия такая огромная страна, 140 миллионов человек. Неужели никого нет в этой стране равных? Все поддерживают Путина, каждый россиянин. К тому, неужели есть нет человека равного? Я готов, каждому россиянине свет божественной благодати. А венец этого света, вершина, это Путин, Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич Медведев. Они нас всех объединили. Они возродили Россию. Низкий поклон нашим героям. Зовут новым победам. Медведеву за эти годы президентства к Путину. Дмитрий Анатольевич Медведев и Владимир Владимирович Путин, они всегда были и будут вместе. Давайте вспомним, друзья, давайте вспомним уже из современной истории агрессию Грузии. Это была агрессия не против Южной Осетии, ни в коем случае. Это был пробный шар империалистических держав, которые они хотели, как сказать, провести такую инсценировку, посмотреть, даст ли Россия отпор на своих рубежах, позволит ли Россия хулиганить и проводить реакционные сайты. Иначе вооруженные силы доказали, благодаря Медведеву Путину доказали, что они самые лучшие. Они показали, что Россию трогать нельзя. Да. Молниеносный будет ответ. У нас и ракеты самые лучшие, и ядерное оружие у нас самое лучшее. Не сметь никому! Близко подходить к России! Главное, Россия сегодня голосует все за Путина! Ура! Представьте, пожалуйста, вашего третьего Владимира. Володя, давай, наша Россия! Наша Россия! Наша президент! Нет, Анастасия, сначала представьте, кто... Да, это наша дочь, наши дети! Наши дети! Володя, Дима, Елена! Да, и в институте жена Людмила Игоревна! Молодец, он работает! Он учится в институте! Сейчас, давайте послушаем. Давай, тебе слово, давай. Меня зовут Владимир Метлицкий, и я хочу сказать, что вообще Россия — это будущий Ноев ковчег, Беларусь, Казахстан, в том числе Ноев ковчег, потому что от голода, если что, мы спасем. Весь мир спасем. Не надо здесь атомное оружие применять, как недолюбленное, потому что тем более Иран. Но если кто-то поднимет руку на Россию, то Иран ничего погибнет. Владимир Владимирович Путин, мы голосуем за вас! Давай, наша Россия, наш президент, наша сила, правая честь. Вообще, Россия всегда будет стабильностью. Все люди умные, все за стабильность, за... Ну давай, за молодежь. За молодежь. Все, ура! Победа! В какой степени расстался? Сейчас вы знаете, объявлен конкурс на космонавта. Мы предлагаем на космонавта в космос. Вот, молодой, пусть летит в космос. Володя! Еще могу спросить. Космос, ура! Коли уже мы говорили о вашем издании, по сути, это то, чем вы занимаетесь, опять-таки, с первых дней. Да. Возьмите, может быть, представьте, поддержите как это. С удовольствием. Да возьмите, пожалуйста, гитару. Сейчас мы вам представим нашу газету, пожалуйста. Сейчас мы представим вам нашу газету. Секунду. Сейчас, одну секундочку.
Вы упомяните о том, пожалуйста. Сейчас мы вам все расставать. Сейчас, одну секундочку, сейчас. Дорогие друзья, представляем вам... Самую лучшую в мире газету. Президент. Представляем вам, вот, во-первых, у нас вышли последние номера. Это, значит, номер выпущен в поддержку, это номера выпущены в поддержку предстоящей победы на президентских выборах Путина Владимира Владимировича. Вот вы видите, это типографский вариант нашей газеты с призывами голосовать за Путина. Владимира Владимировича. Будете раздавать? Мы будем раздавать это, да, обязательно будем раздавать. Вот, сейчас, где это? А что, 4 февраля? Типография. «Красный воин» выпустила. Самая лучшая типография в мире нашей армии. Нашей армии. А это мы сами выпускаем. А это еще мы сами выпускаем. Это вот мы сами выпускаем. Вот вы видите. А можете показать процесс, как это делается? Вот я видел у вас там заставка на компьютере. Как это происходит? Творческий процесс покажите кусочек. Сейчас покажем. Вот видите, это вот два варианта нашего номера газеты. Значит, вот видите, мы вас приглашаем. Посмотрите, пожалуйста. Вот этот номер газеты. Теперь я вам сейчас покажу, как, значит, происходит печать. Печатный станок мы вам сейчас поднесем. Так, Володя, рассказывай дальше, я сейчас принесу. Да, вот у нас, увидите, тоже разные вам показывают. Да, давайте. Печатный станок. Вот мы показываем вам разные страницы нашей газеты. Это лучшая художественная галерея, лучших портретов Медведева, Путина, героев России, Дмитрия Анатольевича, Владимировича Путина, Людмилы Александровны, Марии Владимировны, Екатерины Путина, Сергея Семеновича Собянина, Патриарха Кирилла, партия героев партии «Единая Россия», Народный фронт и армия ФСБ, МВД. Самые лучшие, самые известные люди России создали высшие образы. Превзошли всех мировых кинозвезд. Путин, и вот это наш печатный станок. Превзошли всех мировых кинозвезд. Значит, мы, когда создаем макет, макет создаем, все собираем статьи Путина, Медведева, значит, обсуждаем, у нас все время идет, собираются все члены нашей творческой группы, жены, и начинаем обсуждать. Какой новый номер? Вот что сейчас, повестка дня какая? Полная поддержка за Путина. Члены «Единой России» с первого созыва. Первый съезд «Единой России» мы являемся горячими сторонниками партии «Единой России», Народного фронта. Путина Владимира Владимировича. Путина Владимира Владимировича. Покажите, пожалуйста, печатный станок наш. Вот это печатный станок, на котором мы выпускаем вот эти шедевры. Даем оценку, что вот эти шедевры, они превосходят портреты Путина, Медведева, героев нашей армии, музеи ФСБ, громче прокуратуры. Превосходят все музеи мира. Метрополитен, Лувр, Арсе, все музеи мира. Опера, которую мы исполняем, превосходит Метрополитен опера, Ля Скала. Мы сотрудничаем с выдающимися деятелями российской культуры. Лавр Остроповича, с которым мы вместе выступали. Да. Помните, вот был концерт его исторический на Красной площади, он приезжал. Вот мы его снимали тогда, и нам посчастливилось в этот день, именно в этот день, когда Ростропович дирижировал, нам посчастливилось, читали наши поэмы по Радио России. По Радио России. Так что у нас с вами, друзья, очень давние наши контакты. Дальше еще кого можем назвать? Постоянно у нас в фильме снимается Зураб Церетели, поддерживает тоже победу Путина на выборах. Вот, патриарх Кирилл благословение все время дает победе. Православные иерархи, все православные иерархи благословляют всегда. Из поэтов, из писателей мы можем назвать Фазилия Искандера, с которым мы уже встречаемся. Еще, знаете, во времена брежневские времена, когда, вот знаете, вот это вот метрополь создавался. И Аксенов, наши лучшие друзья. Буквально вот 2-3 года назад был мы снимали, встречались с ним. Был Ахмадуллина. Вот. Так что, а творческое, вот я, например, вот режиссер. Я прошел школу, друзья, ученицы Станиславского. Знаменитая такая была Кудашева. Мы у нее занимались много лет у Кудашева. Кудашева, учитель. Кого бы вы думали? Постановки. Олега Ефремова. Олега Ефрема. Среди ее учеников называем Милевкинов. Милевский, директор МХАТа. Сейчас вы знаете всех, вот сейчас афиши по всей Москве висят, Саша Клевицкий. Саша Клевицкий. Вот это все, вот, в общем-то, студии. Сказать, вот, друзья, наши студии, театральные. Наш творческий кружок. Так что, МХАТовская школа, мы люди, можно сказать, Иосиф Кобзон. Школа. Иосиф Кобзон. Кобзоны снимаем. На съезде партии «Единая Россия» создал с нами образы. Ну, конечно, высочайшим взлетом нашего творчества мы считаем съемки Медведева Путина. Дмитрий Анатольевич Медведев.
Владимировича Путина, Людмила Владимировна, Ильича Медведева, Людмила Александровна, Ильича Медведева, Людмила Александровна, Ильича Медведева, Людмила Александровна, Ильича Медведева, ну и герой, вот, например, буквально 2-3 дня назад мы снимали Валентину Матвиенко, мы создали многосерийный многочасовой фильм. Любая одна фотография, которую вот мы создали, Медведева, Путина, Матвиенко, Нарышкина, это превосходит искусство, все превосходит мировое искусство вместе взятое. Медведева, Путина, да, вот. Образы. И так как мы сегодня вместе с вами, друзья, значит, поздравляю вас. Мы, организаторы фестиваля «Слава и честь России», назвали главными лауреатами, победителями. Главными лауреатами, победителями фестиваля «Слава и честь России». Фестиваля «Слава и честь России». По всем номинациям Медведева Дмитрия Анатольевича, Медведева Дмитрия Анатольевича, Путина Владимировича, Светлану Владимировну, Ильичу Медведеву, Людмилу Санну, Марию Владимировну, Путину Сергею Сергеевичу, героев партии «Единая Россия», «Народный фронт», армия ФСБ, МВД. Так что, вот так вот. Их всегда будет. Ну и героев нашего телевидения. Телевидение, да, которое всегда вместе на успехе. Всегда они присутствуют на всех светских мероприятиях, там, православный, Московский международный кинофестиваль, Макс Жуковский. Никита Михалков у нас снимается, да, просто снимался много раз. Ходит на службы патриарха Кирилла. На праздник ВДВ. Всегда снимаются. На праздник ВДВ. Вот, например, мы гордимся тем, что Володя пожал руку Шаманову и Чурову Владимиру Евгеньевичу. Вы знаете, мы считаем, что наши выборы самые честные, самые лучшие, благодаря Медведеву, Путину и Владимиру Евгеньевичу Чурову. Образы, которые выборы России самые честные, самые лучшие. Кто пытается бросить тень на Россию, и в том числе, если кто-то даже сомневается в выборах честности, заявляем, выборы России самые честные, самые лучшие, самые демократичные, благодаря Медведеву, Путину, Чурову. В России все делается стабильно и все лучше. И хочу сказать, что вот насчет выборов, там понятно, что кто победит. Путин победит. Судьба, она же от Бога власть дана. Мне кажется, это от Бога. Просто да, они от же Бога. Верующие. От Бога власть Путина. Надо... Путин и Медведев, да, светочи. Господь и Божья Мать, святая всегда благодать. Молимся. На все праздники православных. Путин и Медведев. На праздник. На всех православных выставках, вот мы тоже бываем, да? И Путин Медведев, они на... И на всех важных православных праздниках. Члены их семейства. Путин, да. Они, то есть, покажут, что церковь, она важна. Церковь, она должна быть вместе с государством. Образец. Божий, а также Божий хотел бы сделать обращение Путину, если как раз можно, да? Можем. Будем за вас голосовать всегда. Дайте сказать. Победа велика. Вот я Метлицкий Владимирович. И я Петр Николаевич. Сын братьев-писателей. Мы за Путина! Мы за Путина! Да. Россия лучше всех! Россия лучше всех! Россияне лучше всех! Голосуем за Путина! Владимира Владимировича! Ура! Победа! Победа! Путина! На века! Оппозиции в этом доме точно не будет. Нету. Оппозиции тут быть не может. Только за Путина. Ура! Только победа! Всенародная любовь, всенародная поддержка. Двумя руками за Путина Владимира Владимировича. На президентских выборах 4 марта 2012 года. Можно со встречной просьбой? Коли мы вас снимаем и наше видео вы увидите, может быть, мы вам передадим, если вам надо. Мы вас очень просим. А можно мы тогда возьмем кусочек и вашего видео? Обязательно. Мы вам не только кусочек. Вот была так называемая обратная. Мы вам сейчас все наше видео подарим. Нет, вот которое мы сейчас снимали. Да. Все видео, я боюсь, у нас просто такой памяти нет. Хорошо, мы сколько сочтем фрагмент. Уважаемый господин президент России, верховный командующий вооруженными силами России Дмитрий Анатольевич Медведев, поздравляем вас и вашу многодетную супругу Светлану Владимировну, Ильичу Медведева, Владимира Путина, Людмилу Санну, Марию Владимировну, Путина, Путина, Сергея Северовича, патриарха Кирилла, партии «Единая Россия», фронт, мы не Дмитрий Медлицкий, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Ремена, Людмила Игоревна, Людмила Ремена, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Леонид Петрова, Дмитрий Леонидович, Стелла Владимировна, Ольга, Геннадий, Марина, героями армии МВД, ФСЖ, Русская прокуратура, Управление спорта. Мы голосуем, единогласно, за всех призываем голосовать 4 марта 2012 года за победу, триумфальную на предстоящих президентских выборах Путина Владимира Владимировича. Также поддерживаем.